давай, сейчас уже подъедет. Наступающим вас! Вы, походу, сегодня один, кто работает. 20 минут машину ждали. Что-то хмуро едем, даже без музыки. Да настроение не то. Как так? 31 число, Новый год. Надо быть на позитиве в этот день. День да день, ничего особенного. У вас что, совсем новогоднего настроения нет? Что ты пристал к человеку? Не видишь ему не до тебя? Вы извините, если пристаю. Новый год все-таки, там эмоции, все такое. Да ничего страшного. Блин. Что такое? Детское шампанское забыли здесь. Ну говорила же, список напиши. Ну возле дома уже купим. Возле дома негде. Шеф, остановись здесь, пожалуйста, а? Сейчас я быстро. Шампанское для ребенка? Да, он у нас как взрослый, любит чокаться за столом. А сколько ему? 4. Как и моему. Все, взял, можем ехать. Дешевое взял. Ну какая разница, лимонад или лимонад? А у вас дети есть? Сын 4 года. Прямо как у нас. И как он сегодня? С катушек не слетел? Наш сегодня как заводной. Каждые 15 минут по елку заглядывает. Я не знаю. Мне запрещают с ним видеться. Вы извините, пожалуйста, я не знал. А почему так вышло? Я не хочу об этом разговаривать. Иногда полезно высказаться. После этого легче станет. Она у меня психолог. Знает, что говорит. Вы начните, а дальше как пойдет. Всем привет! Папа дома! Егора, ты что делаешь? Какой салат ты хочешь сделать? Оливье. Оливье? А где мама-то? Мама в комнате. А что она там делает? Не знаю. Пойдем посмотрим, что мама делает. А, папа, не знаю. Иди, Егор, поиграем-ка маленько там еще. Че, красишься? А что, не видно? Видно, а ты в курсе, чем у тебя ребенок занимается-то? Чем занимается? Ну, он играет, сидит. Играет? А ничего, что он у тебя такой нож схватил и салат режет там? Ты что, больной, что ли? Все нормально с ним, он сидит, играет, делами своими занимается. Настя, ты дура совсем или что ли? Ты будешь вообще за нашим ребенком смотреть? Ты что так со мной разговариваешь? Отстань от меня, мне выходить уже через полчаса. А с чего ты вообще решила, что ты куда-то пойдешь? Тебя кто-то разрушал или что? А кто мне запретит? Ты что ли? Я вообще-то так-то твой муж, Настя, если ты не забыла. И я оплачиваю нашу квартиру, подарочки тебе, даже накаточки, все я оплачиваю и я. И что мне теперь, прыгать перед тобой за это? Ладно я, о ребенке ты вообще будешь думать или нет? А вы за меня ругаетесь? Да нет, нет, ничего, пошли с тобой поиграем, помоемся. Мы с тобой еще поговорим, поняла? Там морковка нужна. Морковка нужна? Ну сейчас, подожди, посмотрим в холодильнике, вытирайся пока. Ты куда собрался, не понял? У меня подруга приехала, я тебе говорила. Какая нафиг подруга? Ты со стола иди убирай. Сам уберешь, не обломишься. Ты что, вообще офигела или что, что ли? Встань от меня! А, Настя, нормально все у тебя? Да встань от меня!
Че, Егора, морковка тебе там нужна? Пацаны, вчера, короче, в цифре был. Даму встретил вообще. Ну как встретил, она сама меня, давай клеить. Я наплел, что я бизнес. Вот фотки, вот смотри. Она такое... Я домой увез, я тебе говорю, там просто кошка дикая. Это жена моя. Чего? Я говорю, это жена моя. Да нет, что, написано? Вы вообще дебилы, что ли? Вы что там устроили? У меня клиент на крузаке заезжает, а вы друг друга динамометром окучиваете. Что, озверели, что ли, совсем? Ладно, этот стажер. Ты-то, Леша, в своем уме вообще? Юрич, ты что на меня-то всех собак спустил, будто я там самый крайний вообще был? Ой, замолчи лучше. Слушать я даже не хочу. Иди работай лучше, чтобы я тебя не видел. Больше всех надо, как будто. Мне что, тоже идти? Нет, ты останься. Чего у вас там получилось? Да чего он там понтовался, что с женой с моей перед всеми? Он что, ее трахнул, что ли? Походу. Слушай, ну, лично я личным. Работа работой. Давай-ка ты, наверное, пару дней возьми, отдохни. Разберись там со своими семейными делами, с женой со своей. А тут ты мне так реально весь сервис разгонишь. А что мне в график-то вписывать? Чё вписывать? Ну так выходные. Вписать ты можешь только штраф себе. Охренел что ли? За свой счет. 31 число, ты дату увидел или нет? У тебя есть 2 часа, чтобы мне на почту весь отчет скинуть. Давай. Извини, братан, перебил. И что хочешь сказать, у тебя там на работе прям с коллегой или что? Ага. С вас 300 рублей, пожалуйста. Хорошо, братан, сейчас на карту тебе скину, сдачи не надо. Ну, жесть, конечно. Надеюсь, ты с ней все решил. Бери же эту трубку. Слушай, тут же ухаживает за мной, где начал со спортзала. Красивый? Ну такой накачанный, спортивный. Лучше, чем этот, по крайней мере. Сука! Ирина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. А вы чего сегодня так рано? Да вот, с работы пораньше отпустили, думаю, заеду, ребенка порадую. Че, позовете его? Егор, иди за тобой, папа пришел. Привет. Ух, Дима. Ну че, Егор, как в садике-то у тебя дела хоть? Все хорошо. Сегодня вот такой медведь. Понятно, сам любил. А ты не знаешь, случайно, где твоя мама? Она тебе ничего не говорила? Они с тетей Варей пошли на нотки. Давай, наверное, так. Поехали сейчас за мамой съездим, а потом домой, хорошо? Хорошо. Сынуля, я сейчас за мамой схожу, ты тут посиди, хорошо? Хорошо. Я закрытыми глазами прямо в пропасть между нами и по ковнам вниз до дна. В чем, скажи, моя вина? Кто же мы теперь? О, вспомнишь, всплывет. Че, маникюрчик делаю? Че приперся? Да так, посмотреть. Может, и тут ты с кем-то трахаешься? А что ты так не разговариваешь? Рот закрой, не с тобой разговариваю. Где твои мужички-то? Куда ты спрятала? Я не поняла, ты что, оборзел? Я оборзел? А не ты оборзела? Может быть, ты не ногти ходишь красить, а проституткой подрабатываешь? Слышь! Закрой рот, я тебе сказал! Думаешь, я не узнаю, да? Что не узнаю? Про твои похождения по клубам вот эти, долбелочки. Ты что так со мной разговариваешь? А как мне с тобой разговаривать? Я пришел на работу, а мне, блядь, какой-то сисарюга рассказывает, как он с тобой и куда он с тобой. Кто там опять тебе что сказал? Ага, опять, опять. Значит, это, сука, уже не первый раз было. Значит, я вообще с такими рогами давно хожу. Да? Ну все, короче, дома поговорим.
Не-не-не, дома мы уже с тобой не поговорим. Твои вещи буду ждать под дверью, поняла? Чё, больной? Я тебе сказала, остынешь и дома поговорим. Я больной? Я больной? Думаешь, я буду терпеть твои выходки все? Я уже сегодня пойду и подам на развод, поняла? Ну, куда ты там подашь? А вот увидишь, уже сегодня документы будут в суде, поняла? Ты о ребёнке-то подумал? Давно уже подумал. Он сидит меня в машине ждет. Не с такой же мамашей, а прошмандовка его оставлять. Где ребенок? Что ты сказал? Это место я тебе сказал. Ты что себе позволяешь, а? Сука, я тебе сказал, все это место. Ты что снимаешь? Я тебе сказал. Сука. Ты что охренел? Я все сняла. Ты все сняла? Папа, где мама? Когда она сама не пошла? Когда она придет? Не переживай, не переживай, скоро она будет. Поехали. Таково эти шкуры вечно пальцы гнут. Все ты правильно сделал, мужик. Она еще и детьми угрожает. Куда это годится? Все-таки мне кажется, что я перегнул, наверное. Да не. Я тебе говорю все по факту. Тебе надо было до Талова на своем стоять. Кого она там из себя вообще ничего не представляет? Палец о палец не ударила, шкура в натуре. Забирай детей. И все, и вообще ее к ним не подпускай. Но там еще так легко оказалось. Вы уверены, что не хотите ждать месяц? Да, уверен. Давайте уже начинать. Причина развода? Измена. С чьей стороны? С вашей? Да, с моей. Какое совместно наше имущество? Какое имущество? Вы посмотрите на него. У него только одни кредиты. С кем останется ребенок? Со мной, конечно. А с чего ты это взяла? А что ты думаешь, он с тобой захочет остаться? А ты вообще у него спрашивал, с кем он захочет остаться? С кем? С тобой? С Изверкой? Что ты несешь? А это что? Да ты же сама об дверь ударилась. Ты что из меня дурака-то делаешь? Молодые люди, давайте успокоимся. А сам ребенок с кем хочет остаться? Со мной он хочет остаться. Ты почему опять за дверь решаешь? Он там в коридоре сидит, давай у него подойдем и спросим. А что его спрашивать? Посмотрите, видите, он пришел пьяный. Да. Какую хрень ты опять несешь? Когда бы у меня такого было? Ты что так врешь? Увечья от вас? Да это бред! Она сама, когда из дома уходила, дверь шмякнулась. А кто меня не... схватил-то? Заставлял дома сидеть, пока ты там пивком своим догоняешь. Да Настя, ты зачем опять врешь-то? Ты почему хочешь меня изверга выставить? Не верьте ей, она еще та тварь, вообще врет. Убирайте выражение. Вот, смотрите. Яля, а когда мама с папой выйдут? Не переживай, скоро выйдут. Итак, засчитываю решение. Официально или быстро? Давайте быстро. Официально вы больше не в браке. Вам нужно расписаться, и постановление вступит в силу. А ребенок? Ребенок остается с вами. Но это не значит, что вы должны запрещать отцу видеться с ним. У вас такие же права, как и у матери. Вы можете видеть ребенка не реже одного раза в неделю. Можете расписаться в постановлении и составить график встреч с ребенком. График встреч? Он что, в тюрьме сидеть будет? С тобой кто угодно себя в тюрьме ощущать будет. Папа! Руки от него убрал. Ты что, совсем что ли? Дай с ребенком попрощаюсь. Я хочу спать. Нет, не хочешь. Бумаги подписал, вот по графику будешь с ним ездить. Настя, не офигевай, это тоже мой ребенок. Иди ко мне. Нет. Пойдем. В смысле нет, Настя, это мой ребенок тоже. Куда пошла? Мужчина, успокойтесь. Тебя вообще кто спрашивает? Настя, ты офигела или что? А папа? Скажи спасибо, что я вообще разрешила тебе с ним видеться. Я добьюсь полной опеки. Мужик, всякое бывает, смирись с этим. Да без тебя разберемся, мужик. Сынок, тебя хоть как зовут? Богдан. Ты, Богдан, сильно не переживай. Оно в жизни всякое бывает. Вот от меня, вот лично от меня, две женщины ушли. Не знаю, хороший я был или плохой. Так что у тебя еще все впереди, у тебя еще вся жизнь впереди. Иногда смотри на этот сквозь пальцы, а иногда задумайся, нужно это делать или нет. Я, конечно, небольшой учитель, но некоторые моим советом поддерживали. Сейчас живут семьи, дети у них. Наверное, скоро и внуки будут. Так что еще раз тебе говорю, не переживай пока. Бать, спасибо тебе за теплые слова.
ты после этого хоть с сыном виделся? Папа! Привет, боец! Ну как дела? Здравствуйте, сегодня ваша очередь. Да, здравствуйте, моя очередь. Егорушка, иди собирай игрушки, а потом домой. Я у вас хотела узнать, вы с женой вообще общаетесь? Ну, видимся иногда, конечно, какие-то планы составляем, еще что-нибудь. Вы бы могли с ней поговорить? А что такое? Такая деликатная ситуация. Ребенок может ходить всю неделю в одной майке, ногти не стриженные, голова не мытая, грязная. Забирают его поздно, мы работаем до 7:30, а она может прийти в 8:00. Угу. Как-то вот так. Хорошо, Лена Сергеевна, что сказали. Я думаю, мы сможем с женой уверить этот вопрос. Спасибо еще раз. Можете Егору, пожалуйста, позвать? Да, конечно. Ну чё, как дела, богатырь? Нормально. А что за сопли у тебя, Егор? Ты чё, приболел, что ли? Да чуть-чуть болею. Нифига себе, чуть-чуть. Она тебя вообще лечит, нет, хоть чем-нибудь? Да, таблетки я пил, которые дала. Ну хоть на этом спасибо. Как дела-то? Да не очень. Почему? Мне же мол, последнего забирать, и я играю в этой куртке неудобной. Ну зато в тёплой. Чё, куда поедем? Ты нифига с каким аппетитом лопаешь? Тебя чё, мама совсем не кормит? И даже иногда. Лопай, лопай, не смотри ты на меня. Хочу, чтобы обратно померили. Ну, Егора, вот такого, к сожалению, не будет, но ты не переживай, ты будешь жить и с мамой, и с папой. Мы всегда будем рядышком. Я хочу, чтобы со мной. Почему? Ты хороший. Спасибо большое, стараюсь. Ты с Саликом меня забираешь. А мама что? Мама говорит, что у тебя пузо большое. Пузо? Все хорошо? Он еще так плохо. А что такое? Болит живот. Живот болит? Ну-ка, дай потрогай температуру. Да ты весь горишь, ё-моё. Сейчас я позвоню маме. Алло. Ты ему какие таблетки давала? Чего? Таблетки, ему говорю, какие давала? Антибиотики простые. Ты что, дура совсем, что ли? Ребенку еще 5 лет нету, ты ему антибиотиками пичкаешь. Что случилось у вас? Овца тупая, за это надо было сразу предупреждать, у нее температура поднялась, аллергия выскочила. В смысле аллергия? Ты что опять натворил? Это я натворил! Я натворил! Это ты, дура, натворила! Я его увезу в больницу. В какую больницу, что? Как состояние? Все нормально. Вы какие антигистаминные препараты ему давали? Я ему вообще ничего не давал. Я ребенка от мамаши забрал. На выходные вот с ним сейчас сидели, поели. Вот такая ситуация у нас с ним произошла. А где мама ребенка? Да кого она нашла? Дел! Что ты с ним сделал? Вы мама Егора? Да, я мама. Одно название. Дел, все нормально? Успокойтесь, пожалуйста. Все нормально. Мы поставили ему капельницу. Вы какие препараты давали ребенку? Да не помню. Я в сумке какие-то антибиотики были. Ты что, совсем дура, что ли, или что? Успокойтесь. Это нормальная реакция организма на введение нового препарата. Нормальная? Ребенку еще 5 лет нету, она всякая дрянь его пичкает. Я тебя еще забыла спросить, чем да лучше бы спросила меня нафиг. Да, успокойтесь. Сейчас ребенку проведем инфузионную терапию, и через 2 часа мы его отпустим домой в удовлетворительном состоянии. Вам все понятно? Да. У вас есть ко мне вопросы? Нет, нет вопросов. Ты опять его дрянью какой-то кормил? Лучше, чем дошираком-то. Тебе что, вообще пофиг, что ли? Чего? У тебя там ребенок лежит под капельницей, а ты сидишь тут в инстаграмчике своем, улыбочки, смайлики отправляешь. И что теперь, мне горем убиваться? Нормально с ним все, сказали же тебе. Ты вообще себя слышишь, нет? Она еще и цокает. Я вот одного понять не могу, как вообще суд вынес решение в твою пользу? Потому что я мать. Да какая ты мать? Одно название. Слушай, у тебя с чего зубы-то вообще появились, а? С тех пор, как с тобой развелся, шаболда. Слушай, еще одно слово, я позвоню Кириллу. И что он сделает? Придет отжиматься здесь будет?
А почему у тебя еще ребенок ходит в одном и том же целую неделю? И кто это сказал-то вообще? Воспиталка, что ли, наша? Ты ее побольше слушай, она вообще какая-то неадекватная. Угу. А забираешь почему так поздно? Потому что занято. Времени нету у меня. Чем это ты так занята? Что-то я не припомню. Ты вообще себя как ведешь? Как я себя веду? Ты что вообще до меня докопался, а скажи? Да не докопался, Настя. Даже ребенок на тебя уже жалуется. Он не хочет с тобой жить, он хочет жить со мной. Ты вообще понимаешь ответственность? Это твой ребенок, а не какой-то там питомец, не собака и не кошка. Что такое говоришь вообще, а? А что вижу, то и говорю. Я тебе по факту все объясняю. Мне тебе что, ребенка у тебя отсудить, что ли? Это навряд ли. Это почему же? Ну, во-первых, у тебя денег нет на это. Во-вторых, ты не будешь больше с ним видеться. Чё? Чё слышал? Я добьюсь полной опеки. Ты вообще с чего взяла, что ты добьешься полной опеки? С того, что с последней вашей встречи зафиксировано, как ребенок попал в больницу. Ты что думал, все так просто? Да это чушь полная. Ты сама антибиотиками ее какими-то напоила и мне ничего об этом не сказала. Вот в опеке это и расскажешь. Сука! Да хрена лысого, ты поняла, что добьешься? Вот и посмотрим. Ты че? Где Настя? А ты кто такой, что приперся? Я отец Егора, пришел его забрать. У мамы день рождения сегодня. Хочу его позвать, где Настя? Так, слушай. Иди отсюда. Вы здесь не рады. Ты кто такой вообще, чтобы мне говорить? Где Настя, говорю? Слушай, друг, не начинай, а? Мне же лучше. Руки убери, не с тобой разговаривай. Где Настя, позови ее. Голос на меня не повышай. Так, тише, тише. Настя, что за фигня? Я говорю, у нас уже праздник. Ты не будешь больше с ним видеться. Настя, что началось? Там уже гости пришли, полный стол собрался. Я не шучу. Что это такое? Это ограничение родительских прав. Сейчас на полгода ты не будешь с ним видеться. А дальше я добьюсь полного лишения. Ты не могла этого сделать. С тобой даже не связывался никто. У меня есть юрист хороший. Какой юрист, сука? Ты вообще куда лезешь? Все прочитал? Я все прочитал, это документы твои липовые, в них вообще никто не поверит. Тебе-то откуда знать, липовые они или нет? Со мной должны вообще были связаться и сделать все по факту. Юрист сделал все экспромтом. Экспромтом? Ты вообще знаешь, что это слово-то значит? Шварценеггер. Короче, все, можешь не задерживаться. Настя, ты что вообще офигела? Егора собирай, я его заберу с тебя. Ты что вообще дебил? Еще раз сюда придешь и заявление в полицию напишу. За что? За то, что я с сыном хочу увидеться. Тебе нельзя с ним видеться. Из-за чего? Из-за этих бумажек? Да никто не поверит, что это настоящие документы. Я всем докажу, что ты аферистка. У тебя мозгов не хватит. Не хватит? Зато мне хватит мозгов нанять также юриста. Не смеши, у тебя денег не хватит. Ты думаешь, ты просто так от меня отделаешься? Жесть, слушай. А ты можешь не курить? Дядя, да как ты не курить, ты такие страсти рассказываешь. Ну постарайся как-нибудь. А что дальше-то было? Да, Андрюха, мне всего 1150 надо. Но я буду частями межмесячно тебе отдавать, ты же меня знаешь давно уже. Да был я в этих микрозаймах, да не дают мне там деньги уже. Че, вообще никак? Нисколько. Ладно, на связи. Ну что, ласточка, пора нам с тобой, наверное, прощаться. Да в Иркутск отправляем, он деньги не выплатил, нам поэтому на автобус будем ставить. Здравствуйте. Можешь? Секундочку, подождите, присаживайтесь, пожалуйста. Давай, я тебе перезвоню, у меня клиент. Что у вас, я слушаю. Я слышал, у вас можно деньги под зов ПТС получить. Да, конечно, можно. Какой автомобиль у вас и какая сумма вас интересует? Вот у меня Corolla. 99-го года. Я бы хотел за нее 1100 получить. Сейчас посмотрим, проверим машину. Так, сейчас машину будем проверять на кредиты, на залоги. Паспорт у вас с собой? Да, конечно. А, давайте, потому что нужно будет по ФССП проверить вашу кредитную историю. Значит, смотрите, у вас 3 неоплаченных кредита. У вас и машина еще в аресте. Значит, смотрите, сумма превышает больше 170 тысяч рублей. Поэтому приставы наложили арест на ваш автомобиль. К сожалению, наша компания не может вам предоставить денежные средства под ПТС. Ну, а может быть, как-нибудь с оценщиком поговори, хоть как-нибудь выкупить ее? Значит, смотрите, если вы решите вопрос с приставами, то наша компания рассмотрит какую-то сумму, которую мы сможем вам дать. Сейчас, к сожалению, пока мы не можем вам ничем помочь. Ладно, извините. Ну,
хорошего, до свидания. До свидания. Да сука! Чё за полоса-то чёрная у меня? Где она? Уже всех забрали. Ага. Конечно, теперь-то мы на Мерседесе ездим. Папа! Что ты так обращаешься? Ты что тут забыл? Тебе нельзя здесь быть. Я поговорить пришел. С тобой не о чем разговаривать. Как это не о чем разговаривать? Ребенок мой здесь. Руки убрал. Что тут происходит? Ты что тут забыл вообще? Кирилл, да? Может быть, ты мозги вправишь? Это, может быть, тебе надо мозги-то вправить, раз ты с первого раза не понимаешь. Да мне же сказали к Егору не приближаться. У тебя свои дети есть? Своих нету. Ну вот поэтому ты не понимаешь всю суть и не видишь, что она вообще вытворяет. Ну все, поехали. Да. Сейчас поедем, а тебя, чтобы я здесь больше не видел. Да блин, ты не понимаешь всю суть, потому что у тебя своих детей нету. У ребенка должен быть отец. Он со мной хочет быть, он с ней не хочет быть. А что ты можешь ему дать, отец? Во всяком случае, я хочу дать ему заботу, могу это дать. Поехали быстрее, сейчас он будет эти сопли жевать. Да хер с тобой, короче. Да у тебя, видимо, есть сообщение, то есть ты под эту шмару прогибаешься. Что ты сказал? Что слышал? Еще раз, здесь не вижу, так легко не отделаешься, понял? Потом что? Так а потом что? Смирился вот. Таксую, ищу, деньги зарабатываю. Да, грустная история. Сын-то как перенес? Да, если честно, даже не знаю. Я его давно уже не видел. Слушай, а ты до скольки сегодня будешь таксовать? Ну, часов до 2-3 точно буду. Дай-ка мне свой номер телефона. Мне надо после 12 кое-куда съездить. Тебя наберу, свозишь, я тебя благодарю. Записывайте, 914-123. 33-37. А как зовут-то тебя? Богдан. А по отчеству? Сергеевич. Все, добро. Ты, главное, не раскисай. Новый год же все-таки. Чудеса случаются. Да какие там чудеса? Это дети в сказки верят. Мы уж поживем, увидим. Сколько там должен? Да нисколько, новогоднее чудо. На, возьми. Да не мне надо. Деньги нужны. Возьми. Деньги никогда не бывают лишними. Спасибо. Хороший ты человек, Богдан. Ну, счастливо. С наступающим вас. Алло, привет. С наступающим. Ага, взаимно. И тебе того же. Слушай. Да-да-да, все, село. Все, едем. Да что он мне сделает? 5 лет жили, а тут зубы появились у него. Ну кого смешить? Конечно, нет, не с ним. Я к Стасу поехала. А с этим пошел он в жопу. Он еще, прикинь, нашел за ребенка. Алло. Заберу, не заберу. Я на него так посмотрела, как на говно. Не понял. Ну, захочешь, ты что, шутка какая-то? Все, я к бабушке звала. Да-да-да. Да, скоро буду. Все, еду. Кстати, меня на море звал. Сейчас, подожди секунду. А чё остановились? Девушка, тут такая ситуация, можете выйти? Чего? Ну здесь выйти, я дальше не поеду. В смысле здесь? Ну в прямом смысле, можете просто выйти. Ты чё мне предлагаешь, до Каштака пешком идти? Козёл! Ты прикинь?
привет. С наступающим. Ага, взаимно. И тебе того же. Слушай, у тебя же там юрист был, это в Минобре, хороший. Я тебе сейчас кое-какую информацию скину, пробей ее на подлинность. Ага, все, добро, договорились. Вот тебе и чудо будет.